Привет. Решил выехать недалеко от города пострелять, съездить на охоту. А перед охотой решил заехать на стрельбище, чтобы проверить, что бьет лучше, 12-й или 16-й калибр. В плане лучше я имею в виду резкость патрона, потому что много ходит слухов, что 16-й калибр намного резче, намного он сильнее заходит. Досточки, ну и тем самым лучшим поражает дичь. Имеем два патрона, ну патронов много, два вида патронов. Оба единичка. Первый патрон — это бренд Калашников. Выпускает его Фетр. Просто новая их серия. Тут под наклейками. Наклейки сам уже клеил. Фетровская гильза. Порох. Порох С4. Это 12-й калибр. 16-й патрон. Главпатрон. Стандартная навеска, 28 грамм. Порох здесь не знаю. Ну, будем думать, что сокол. Будем стрелять с полуавтомата Army AMS. Модель Фенома. И ТОС-63. Итак, подготовил дощечки. Вот такие вот доска. Это одна и та же. Тут и тут сосна 2 сантиметра толщиной, 5 дощечек. Так, вот собрал ружья. Ружья в принципе одинаковые, разница в стволах 1 сантиметр. У полуавтомата ствол длиннее на 1 сантиметр. Так что условия практически разные. Сужение на ТОЗе единичка и 0,5. На полуавтомате есть такие же сужения, буду стрелять такими же сужениями, после выстрела буду менять. Стрелять будем на 25 метров. Я дощечки победил. Видите, вот это было край осыпи, зацепило, и многие почему-то силу потеряли, прошвыряло. Когда в центр попало, все пробитие. Девять миллиметров. Пять сужения, а бьет намного сильнее. Дробин хоть и меньше попало, но бьет сильнее. Я почему-то думал, что будет наоборот. Так, попробуем 12.
отдача у газоинерционки почему-то меньше, чем у 16 калибра. А у 12 калибра дальше летят. Уже контейнер. Так, что мы имеем? Попадание не имеем. Начинается самое интересное. 6. 7.5,5, ну условно где-то 6 миллиметров средняя глубина учёка. Так, получок 12 калибр. Что видим? Опять на сужение 0,5 резкость больше на сантиметр, но больше. Повторяюсь, в деревьях это одна. Так, есть у меня еще патрон 16 калибр Magnum с очень некомфортной отдачей. Ладно, стрельник сюда же подписан. Попробуем его. Magnum что заключается? Там 30 грамм навеска. Ну и пороха побольше. По пороху не скажу. Но отдача вообще очень жесткая. Тоже единичка. Патрон SKM Индустрия. Навеска 30 грамм, единичка. Так, где у нас? Ну, получок у нас левый. Очень жестко. Посчитал и хочу сделать заключение, что у меня получилось. 16 калибр, стандарт. Сужение чок. 6,5 миллиметров углубления. Ну и прибавляйте 4 миллиметра сама дробь. 6,5. 0,5, 8,5. 12 калибр. 6 и 8,5. В принципе, то же самое. Вот эти полмиллиметра, я думаю, это можно списать на погрешность. Так что, по крайней мере, мой ствол 16 калибр бьет точно так же, как и 12 по резкости. Ну, дробин, естественно, в 12 больше. 16 калибр патроны Magnum, они, да, они помощнее, сказать нечего. Тут и на единичке мощнее, и на 0,5 заметно мощнее. Но отдача очень некомфортная.